Привет, меня зовут Константин, меня зовут в интернете Костя Феста, это мой ник. Я занимаюсь фотографией уже 9 лет, я занимаюсь блогерством, написанием статей, в общем-то увлекаюсь музыкой, классической музыкой, люблю слушать джаз, всяческие различные, любую другую классическую музыку, и учусь на саксофоне. Всегда мечтал стать ведущим, поэтому я действую самостоятельно. Уже очень много видео выслал, но более успешно. Это, конечно, фотография. И пока во мне столько энергии, что мне хочется постоянно действовать. Поэтому все, кто окружает меня, они постоянно говорят о том, что зачем тебе это надо, бросай ты это дело и... В общем, в любых направлениях и наставлениях практически нету никакой поддержки, но я один из тех людей, который самостоятельно следит за всеми новшествами интернета, которые происходят, популярными хэштегами видео, и я постоянно выпускаю какие-то видео, чтобы хоть где-то как-то засветиться или появилась возможность уехать, ну, например, там, ведущим за границу или где-нибудь у нас по России, или вообще просто поменять место жительства. По образованию у меня высшее образование, менеджер, также есть техникум, тоже в этой же сфере направления, хотя я всю жизнь проработал в информационных технологиях сфере, информационных коммуникаций в том числе, в сфере и в направлении менеджера я никогда вообще не был, наверное, даже не буду, то есть я не чувствую себя никаким кадровиком, может быть, немного руководитель какого-то обособленного маленького подразделения, это максимум. Также, ну, вообще, это все гораздо интереснее, чем просто где-то сидеть в офисе спокойно и понимать о том, что где-то твоя жизнь проходит, ты мог бы много чего интересного создавать и делать, и мог бы столько всячески экспериментировать. По статистике, если брать фотосъемку, я сделал больше 800 уже съемок с 2009 года, входил в лонглист лучших фотографов, в топ-100 лучших блогеров по версии Beeline и более 20 дипломов, наград первых и вторых степеней за участие и победу в фотоконкурсах, в том числе одна из них словацкая, и конкурсы Омска, Новосибирска. Мои фотоработы печатались в Стольнике, во всех местных русских антамансийских изданиях, в том числе я снимал здесь обложки, в других городах это гораздо было сделать сложнее. Надеюсь, вам понравилось мое видео, и у меня есть шанс. Хорошего дня. Пока.